Всем привет! Смотрите, как установить и настроить почтовый сервер PostFix с DAV-код. Как настроить почтовый сервер, чтобы ваша почта не попадала в спам. Как добавить длинные записи SPF, DKIM и DMARC. Создание почтового сервера на машинах под управлением Linux может быть одной из самых важных вещей, которую должен сделать каждый системный администратор. Если вы впервые настраиваете свой сервер, то столкнетесь с множеством моментов, которые нужно учесть при его настройке. В данном видеоролике я покажу, как сделать первичную настройку сервера. Мы рассмотрим, как установить почтовый агент PostFix, почтовый сервер DAV-код и как их настроить для правильной работы почты. PostFix – это агент передачи почты (MTA) с открытым исходным кодом, который можно использовать для маршрутизации и доставки электронной почты в системе Linux. DAV-код – это агент доставки почты, написанный в первую очередь с учетом требований безопасности. Я покажу, как его настроить в качестве сервера IMAP или POP3. Для начала установки вам потребуется настроенный с полным доменным именем сервер Linux Ubuntu. На сервере нужно добавить пользователя без root полномочий, но с привилегиями sudo, и открыть соответствующие порты вашей сети. Сервер с нужными настройками у меня уже есть, настроены порты для него, осталось добавить пользователя и приступать к установке почтовых приложений. Для добавления пользователя откройте терминал сочетанием клавиш Ctrl-Alt-T и выполните такую команду. Задаем ему новый пароль. Остальные значения оставлю без изменений. При желании вы можете указать любую дополнительную информацию. Теперь у вас есть новая учетная запись пользователя с правами обычной учетной записи. Однако иногда вам нужно будет выполнять административные задачи в качестве пользователя root. Чтобы избежать выхода из вашего обычного пользователя и повторного входа в качестве учетной записи root, вы можете настроить так называемые привилегии суперпользователя или root для обычной учетной записи вашего пользователя. Это позволит запускать команды с административными привилегиями, поставив слово sudo перед командой. Для добавления привилегий нужно добавить нового пользователя в системную группу sudo, выполнив такую команду. Следующее, что нужно сделать, это установить действительное доменное имя для вашего сервера. Для этого есть специальная команда hostname. Затем нужно добавить MX и AS записи для домена в панели управления DNS. Эти записи будут указывать другим почтовым агентам, что ваш домен отвечает за доставку электронной почты. Откройте панель управления DNS и добавьте эти записи. Здесь нужно указать публичный IP-адрес вашего сервера. Теперь можно приступать к установке почтового агента PostFix. Для его установки выполните такую команду. В открывшемся окне PostFix Configuration жмем ОК. Далее система предложит выбрать тип настройки почты. Здесь нужно выделить интернет-сайт. Enter. В следующем окне нужно ввести доменное имя, которое будет использоваться для отправки электронной почты. После установки PostFix он автоматически запустится и создаст конфигурационный файл. Вы можете проверить версию PostFix и статус службы, используя следующие команды. Если нужно изменить конфигурацию, выполните такую команду. Жмем ОК. Здесь нужно выделить интернет-сайт. В следующем окне нужно ввести доменное имя, которое будет использоваться для отправки электронной почты. Затем получателя почты, указать другие направления для приема почты. Принудительно синхронизировать обновление почтовой очереди – нет. Локальные сети оставляем без изменений. Ограничение размера почтового ящика – 0. Символ расширения локального адреса – плюс. Используемые интернет-протоколы – все. Теперь проверим, подключен ли наш почтовый сервер к 25-му порту, используя следующую команду. Выведенный системой результат указывает, что соединение успешно установлено.
чтобы закрыть соединение, введите QUIT. Также для проверки почты можно использовать почтовую программу, но сперва ее нужно установить. Выполните команду установки. Для отправки письма выполните такую команду. Здесь укажите почтовый адрес для отправки письма и содержимое. Затем Ctrl плюс D для отправки. Как видите, почта работает, письмо дошло, но попало в спам. Далее я покажу, какие нужно еще внести настройки, чтобы почта не попадала в спам. После отправки первого письма в папке WhereMail программа создаст файл с именем пользователя. В этом файле будет записываться вся входящая и исходящая почта. Такой формат записи называется mbox. Для использования формата MailDir, который разделяет сообщения на отдельные файлы, которые затем перемещаются между каталогами в зависимости от действий пользователя, нужно ввести изменения в файл конфигурации. Добавляем такую строку. Или выполним команду. В таком случае почта будет храниться в отдельных файлах по такому пути. В итоге почтовый сервер уже работает, можно отсылать и принимать почту, но вряд ли она обойдется без возможности отправки почты по SMTP. Поддержка этого протокола уже есть в Postfix, но по умолчанию там нет никакой авторизации. Для добавления поддержки авторизации следует использовать DoveCode. Как бонус вы получите возможность просматривать ваши письма по протоколам POP3 и IMAP. Сначала надо установить сам сервис DoveCode. Для его установки выполните такую команду. После установки рекомендуется перезапустить службу. Чтобы настроить DoveCode, вам потребуется отредактировать файл конфигурации. Чтобы открыть его, выполните следующую команду. Вы можете выбрать, какой протокол использовать. Это может быть POP3, POP3S, безопасный POP3, IMAP или IMAP-S. IMAP-S и POP3S более безопасные, чем обычные IMAP и POP3, поскольку используют SSL-шифрование для соединения. Как только вы выберете протокол, исправьте следующую строку в конфигурационном файле DoveCode. Добавьте или измените эту строку. Ctrl-X и есть для сохранения. Enter. Теперь проверим работу POP3. Переходим на сервис проверки. Вводим данные. Старт тест. Как видите, тест прошел успешно. Итак, почту мы настроили. Теперь нужно сделать так, чтобы она не попадала в спам. Для этого нужно добавить еще несколько DNS записей. Открываем панель управления DNS. Добавляем записи SPF, DMARC и DKIM. Для работы SPF и DMARC достаточно добавить их в DNS записи. Для работы DKIM нужно его установить на сервере. DKIM – это метод email аутентификации, разработанный для обнаружения поддельных сообщений. DKIM дает возможность получателю проверить, что письмо действительно было отправлено с заявленного домена. Для установки пакета выполните такую команду. Затем запускаем и добавляем в автозагрузку.
Далее нужно создать сертификат с помощью OpenDKIM Genkei. Создаем каталог для ключей такой командой и генерируем ключ такой командой. Здесь нужно указать доменное имя вашего сервера. В папке OpenDKIM должно появиться два файла с расширением Privat, закрытый ключ и txt запись. Далее настроим DNS. Смотрим содержимое файла txt, копируем его содержимое . Переходим в панель управления DNS и создаем txt запись. Присваиваем ему такое имя и копируем сюда содержимое файла. Mail – название нашего селектора и далее указан публичный ключ. Теперь внесем изменения в конфигурационном файле. Здесь нужно раскомментировать и добавить несколько строк. Ctrl-X и есть для сохранения. Enter. Добавим наш домен в доверенные хосты. Добавляем домен Ctrl-X, Yes, Enter. Нужно указать путь к ключу. Снова Ctrl-X, Yes, Enter. Путь к подписи. Снова Ctrl-X, Yes, Enter. Затем перезапускаем сервисы OpenDKIM и PostFix. Итак, запись добавили. Теперь проверим ее. Открываем в браузере сервис проверки DKIM. Вводим в это поле домен. И в следующем имя селектора. Как видите, сервис нашел мою DKIM запись. Запись добавлена. Для более детальной настройки, добавления доверенных хостов, доменов и так далее, нужно открыть конфигурационный файл и внести дополнительные настройки. Теперь еще раз проверим отправку почты. Указываем адрес отправителя. Вводим текст и жмем сочетание клавиш Ctrl-D для отправки. Как видите, письмо дошло и на этот раз не попало в спам. Отправим ответ на письмо. Почта работает. Итак, мы установили и настроили почтовый агент PostFix и DoveCode. Проверили работу почты и добавили соответствующие DNS записи. Для более удобной работы можно добавить сервер хранения MySQL и почтовый клиент, к примеру, RoundCube. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям.
А на этом все. Надеюсь, данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.